комфорт. Усе на чутливих кінчиках пальців. Або в легкому дотику губ до щоки. Стела, не пишіться ні. Дотик поєднує, коли ми щасливі. Короче, я думаю о том, чтобы переименовать канал не на Аня Бобровская, а на Аня и Алена Бобровская. Потому что мама больше походит, чем меня. Мамка, что ты думаешь? Я согласна. Ань, давно думаешь? Угу. И что теперь? Еду хочу заказать. А ты уже выбрала что? Да. Его.